Значит, смотри, вот здесь вот канна наша идет, 43 метра квадратных. Мы с тобой по количеству, вот она есть в списке, обсуждали. Эскизы клумб готовы, количество цветов подсчитано. Осталось самое сложное – подготовить растения к высадке в грунт. Всего в городе этим летом будет 40 разнообразных цветников. Растения для них подбирают в соответствии с температурным режимом. Высадкой займутся, когда ночью станет выше нуля. Наша зона считается зоной рискового земледелия. Поэтому, допустим, в плане у нас стоит посадка клумб, высадка растений к концу мая. А может снег выпасть, может быть минусовая температура. Это большие риски, и мы можем этот график сдвигать. Не хотелось бы, праздник для людей сделать раньше, к дню города. Именно к этому времени Иркутск должен быть в цвету. В 2014-м вместе с уже привычными георгинами, флоксами и гвоздиками агрономы решили на двух клумбах высадить розы. Эксперимент проводится, чтобы сделать территорию города красивее. А гератум тоже идет на подбивку. Бархатцы идут у нас в основном практически на всех клумбах. В теплице 18 градусов – самая комфортная температура для растений. Посеяли их в начале февраля. Цветы взошли и готовы к самому сложному этапу, который агрономы называют ювелирной работой. Работа идет сейчас на стадии пикировки, причем бурной, потому что, как вы видели, очень много посеяно цветов. Все это надо распикировать, расставить, накормить, обогреть. Всего 20 видов. Они пойдут как на оформление клумб, так и на создание полюбившихся иркутянам зеленых скульптур. Кроме шаров, на улицах можно будет увидеть оленя, медведя и обновленную нерпу. Ее проект сейчас находится в разработке. Еще один подарок для иркутян – ракарий. Единственный в городе. Его расположат в сквере у бюста Максима Горького. По плану здесь высадят 18 видов растений, главные из которых – многолетники. Они подобраны таким образом, чтобы каждое из растений смогло благополучно пережить зиму. Единственное, о чем переживают агрономы – это хватит ли рук на осуществление всего задуманного. Ведь только тогда город этим летом сможет зацвести самыми яркими красками. Антонина Махнева, Константин Синицын. Новости сейчас.